Для Марины Фаистовой пятый дом по улице Ленина давно стал родным. В этом дворе она провела все свое детство. Сейчас здесь живет ее сын со своей семьей. Поэтому, когда родственники выступили с инициативой благоустроить клумбу возле любимого дома, с удовольствием откликнулась на призыв. Долго этот газон не был благоустроен, и уже так тоскливо на него смотреть, потому что растет здесь только сорняк. Вы видите, что очень высокое дерево, и корни заполонили, значит, весь газон. Нам захотелось красоты. Эти автомобильные покрышки должны были стать частью композиции, которой зареченцы хотели украсить клумбу возле подъезда. Их горожане разложили на газоне, засыпали в центр землю и высадили цветы. Все своими силами и исключительно за свой счет. Работы по благоустройству провели 1 мая, в день весны и труда. А спустя месяц обнаружили под своими окнами полную разруху. Палисадника как не бывало. Это ужасно, то, что сейчас сотворили с газоном. Жалко, обидно. Мы столько сил потратили на это. Кто это сделал, мы представления не имеем и по какой причине. То есть мы, конечно, очень сильно расстроены, потому что мы хотели благоустроить наш двор. И в том числе все нас поддержали, когда мы все драные кусты там удаляли, все насаждения. Зареченцы сразу же обратились в полицию, поэтому есть вероятность, что вандалов, разрушивших клумбу на Ленина 5, найдут. Кроме того, начинающим садоводам и ландшафтным дизайнерам обещали помочь и на уровне муниципальной власти. В Заречном к вопросу благоустройства подходят серьезно. Откликнулся Вячеслав Гладков, нам позвонил мне лично вчера вечером. То есть даже не более суток прошло, на мой звонок откликнулся и позвонил, высказал свое сожаление, сказал, чтобы руки мы не опускали, поговорить с директором ЖСКХ, окажут нам всякую помощь, то есть они приедут, посмотрят и, конечно, выделят то, что нам нужно для дальнейшего восстановления и благоустройства нашего двора. Отчаиваться зареченцы не собираются. За красоту собственного двора они готовы бороться. И, возможно, уже в следующем году их дом окажется в списке участников городского конкурса по благоустройству «Мой дом, мой двор». Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».